Учитель – это такое состояние души. Человек идет к своим детям, когда радостно и когда дома грустно. Или на душе скребут кошки. Идет в школу по асфальтовой дорожке, спускается в метро. Или стоит в пробке в большом мегаполисе. Едет на битком забитой маршрутке по 24 рубля. А одна учительница плывет на лодке, потому что у них нету моста. Она подоила корову и быстро бежит к реке с веслом в руке. Она пришла в школу в 20 лет и в свертке носила с собою обед. Еще была жива ее мама, и она носила ей астры с 1 сентября, потому что ее мама тоже учительницей была. А сейчас за 30 ее первым ребятам, и обед она носит в контейнере из хорошей пластмассы. Но как в свой первый день 23 года назад, она, волнуясь, заходит в свой класс, поправляет челку и начинает урок, чтобы из ребят вышел толк. Запомни, где бы ты ни был и где бы ни жил, живет там учитель, и он занимает пост номер 1. Идет в школу по асфальтовой дорожке, а в сумке тетрадки, быть может, складное весло.